Маму для мамонтенка покажут в Уфе. Один из самых любимых спектаклей малышей в ближайшие выходные увидят в столице Башкортостана. Именно там откроет гастрольный тур нового сезона Челнинский театр кукол. Вместе с трогательной историей про мамонтенка артисты покажут еще одну постановку «Винни-Пух» и «Все-все-все». Также в осеннем выездном графике челнинцев Чебоксары, Ижевск, Саранск и Ульяновск. Но ни гастроли, ни фестивали не помешают актерам встретиться с любимыми зрителями и в родном городе. Театральный сезон они откроют 23 октября премьерным спектаклем «Мишкины шишки».